же вы, милые мои. Где? Черт, Фрид. Аптеку грабанул. Сильно действующий антацид. От изжоги. От нервишек. Честно, я бы всем и каждому их прописал. А то сплошь уроды вокруг. Ты бы тоже принял? Нет. А эти? Эти? Не буду эти. Тебе нужно успокоиться. Жить без таблов. Я и жил без них. Я... Все было в норме, пока ты не разозлил Блюм. Тогда я был спокоен. Слушай, я же не знал, что... Не парься, Рэй. Сейчас накроет. Стану лапочкой. Я думаю, мы скоро прижмем этих уродов. Я и узнал, где они засели. Если мы выясним, кто у них главный, прикроем лавочку, а там появится время вытащить тебя. Эй, ты как, справишься? Глупый вопрос. Когда приедем, ты в машине останешься? Вы хотите поговорить об этом? Чувак, да ты походу намертво упоротый. Лекарство от страха. Что, у тебя нет вопросов? Каких это? Блин, о том, что мы делаем. Ой, а мы разве что-то делаем? Ты это серьезно? Повелся. Ну что за детский сад? Похоже, что дизайнер интерьеров у вас один. Ага. Как там твои приходы поживают? Норм. Меня еще тащит, но волна, по ходу дела, спадает. Очухаюсь.
здесь труп. И довольно давно, похоже. Блин, если бы ты меня не нашел, это мог. Пусто. Стерли чувака из системы. Мне надо как-то пробраться внутрь. Охрана современная, работа древняя, как мир. Интересно, каких шишек здесь обрабатывают? Что-то неладное. Фрюер, я ломаю систему. Давай на позицию.
Черт, кто-то идет. Я тебя вижу через их камеру. Похоже, они свои жертвы на скорых перевозят. Так, мой самый страшный кошмар, кажется, воплотился в жизнь. Подойди ближе, я влезу в твой телефон и тоже посмотрю. Боже. Ладно, сейчас. Не вернулся. Вроде Рэй Кинни за ним следил. Сейчас в районе порта ищут. Твою-то мать. А что Тобиас Фрюер? Кинни уже запалился. Приманка больше не нужна. Дополнительная цель. Возьмем его, получим бонус. А что с Кротом? Как успехи? Парни им уже занимаются. Заговорит. Ты слышал? Да, слышал. И снова оказалось, что дело в тебе. Ну блин, откуда же я знал? Я тебе говорил об этом. Слушай, они что-то терли о Кроте. Если мы его вытащим, он скажет, кто за этим всем стоит и где его найти. Злиться будешь потом. В этом не сомневайся. Нужно перебраться. Есть одна идея. Кран, видишь? Сделаем то же, что с бункером. Только не подпускай их ко мне, пока не доберусь до управления. Пока никого не вижу. Давай-ка на кран. Надо заглянуть в эту лодку. Крот может быть там. Я тебя прикрою. Тут снайперская позиция, походу. Прячься. Ты можешь их убрать. Thank you.
вроде все готовы. Ты еще жив? Только Килтон. Что теперь? Давай-ка мы проверим тебя. Опусти ящик, я влезу. И Фрюер. Нежней. Ты что, на этом ехать собрался? Главное, нежнее. И кнопку спуска не жми. Я даже не знаю, как эта кнопка выглядит. Как раз это меня и пугает. Ой. Нежнее, блин! В ящике мог быть я! Спокойно, я, кажись, понял, в чем дело. Погоди, залезаю. Так, готов, и помни. Нежно. Все, супер. Стоп. Так, Фрюер, дай мне минутку, осмотреться надо бы. Пофиг, не мои проблемы. Устранители уходят, они тащат кого-то с собой. Фрюер, за ними. За ними? Как? Придумай что-нибудь, чел. Держи дистанцию. Я тут закончу, догоню. Фрюер, кое-что есть. Слушай. Сидеть может? Похер. Держи его. Сеанс номер 3 с Алексом Яворским, который обманул нас. Алекс коп под прикрытием. Я не коп! Я обычный стукач, ясно? Они мне и не платили толком. Слушайте. Отпустите меня, я свалю из страны. Клянусь! Мне нужно все, что ты снял, послал или сохранил. И список контактов. Или мой друг тебя порежет. Нет уж, ни хрена. Я вам все отдам, а вы меня в расход? Эй, нет! Что? Ты же сказал порезать! Мать твою! И как он теперь будет говорить? Да я его просто пугал, господи! Кровище-то сколько! В мастерскую его надо залатать. Поймешь, что мы за слова отвечаем. Отвечаю, этот парень и есть наш крот. Следишь за ними? Он все за нас сделал, надыбал имена, которые нам нужны. Скажи, где тормознут. Конечно, солнце. Ты молодец.
Ты правда хочешь украсть мою тачку? Так, Рэй, я отследил их до особняка. Вот, на карте есть. Огромная, стрёмная махина. Я туда ни за что не сунусь, сразу тебе говорю. Я и не прошу. Ты и так у нас молодец. А я возвращаюсь в башню. Не убейся там, ладно? Ага. И не попадись. Да не парься ты. Рэй, что-то мне это не нравится. Может быть, как-нибудь по-другому? Да успокойся, наконец. До скорого, амиго. Надо же, новое обращение DedSec. Послушаем, что у них на уме. Мы DedSec. Убийство одного из нас — это вызов, брошенный всем нам. Мы отомстим. Это последнее предупреждение. Отступите. Или готовьтесь к войне. Как-то крутовато для публичного обращения, DedSec. Обычно они толкают пафосные речи, на которые клюет молодежь. Что-то их напугало. Не стоит загонять этих ребят в угол. Кто знает, на что они способны. Мне стоит быть настороже.